Клас, Аліночко, дуже дякуємо за матеріал. Це дуже обнадійливо. Ну, а тепер серйозно. Ми вже вам розповідали, що за минулий рік в Україні поцупили 1300 люків, і люди повсюди почали провалюватися у прірву. Наша чутлива Оленка Філонова взялася за цю проблему. У понеділок вона сама стала жертвою люка. А сьогодні вирішила знайти винних і законсервувати хоча б одну небезпечну дірку. В понедельник, когда я проводила эксперимент с открытым люком... Тут насекомые, они меня окружили и пугают! И пыталась найти его хозяина. 9 человек, и никто ничего не делает. Оказалось, что этот люк – бедная сиротка. Но я вам пообещала. Я это просто так не оставлю. Миссия найти хозяина люка оказалась невыполнимой. Поэтому новый канал решил стать спонсором этой крышки, чтобы больше никто туда не упал. Я хочу купить люк. После долгих испытаний люков я наконец-то выбрала подходящий. Сделан с полимер песчаной смеси. Вот эта модель в данном случае люка будет выдерживать 12,5 тонн. И такой люк на металлолом не сдашь. Но нужный мне размер мы сможем забрать только через 2 дня. За это время я решила продолжить поиски хозяина. Иду в ЖЭК. Есть проблема, вот здесь люк. Так, все, девушка. Здесь со мной согласились разговаривать только за закрытой дверью. Классно, на балансе люки нема нет. Запитайте в СББ. Иду снова в этот частный дом. И домоуправляющая по телефону обещает мне показать все документы, которые докажут, что люк за пределами их территории. У нас есть директора, да, пожалуйста. Когда на следующий день я поехала разговаривать с директором и не могла его найти, домоуправляющая отказалась что-либо показывать. Почему он не хочет показывать план дома? После долгих разговоров и моих аргументов она сдается. Но это я обязательно проверю. Ну что ж, сегодня пятница. Пойду проверю, как там мой люк. Ух ты, поставили! Неделя стараний не прошла зря. Но как же теперь быть? Я ж уже купила крышку. Я долго выбирала, куда поставить эту крышку. И вот нашла люк, который 10 лет прикрывала какая-то деревяшка. Ну все, дело сделано. Осталось только оставить автограф. Как видите, если приложить немного усилий, то можно добиться, чтобы на вашей улице тоже были крышки на люках.